Привет, меня зовут Рома, и я барбер. До того, как стать им, я работал продавцом-консультантом в магазине Ось. Спустя 2 месяца я понял, что это не мое, я хочу зарабатывать на своем увлечении, получать удовольствие от своей работы. Я начал рисовать портреты по заказу, мне это нравится. Рисовал я в стиле реализма и поп-арте. Культура барбера мне нравилась всегда, я всегда с удовольствием посещал такого рода заведения. У меня был постоянный мастер, у которого я всегда стригся. Над курсами барбера я думал долго и долго собирал деньги. Пока однажды мне мой мастер не предложил пройти их абсолютно бесплатно. Я пошел на курс и так понемногу начал стричь. Мне это нравилось, нравилось все больше и больше. Спустя время я принял решение уехать в Польшу на повышение квалификации. Там я работал, повышал квалификацию и, вернувшись домой, по сей день стригу с полной уверенностью. И мне нравится делать людей более стильными, дарить им эмоции, и от этого они становятся более увереннее в себе. Поэтому приходи ко мне на стрижку.